Добрый день. Готовлю сдобное тесто. Сахар и все дрожжи отправляю здесь в серединочку. Далее добавляю молоко. Молоко у меня теплое, даю возможность дрожжам ожить. Дрожжи наши ожили. Добавила сметану, разрыхлитель. Смешиваю со сметаной и даю подружиться сметане и разрыхлителю. Добавила соль, ванильный сахар, 3 яйца. Посмотрите, сметана и разрыхлитель подружились. Маргарин. Я его растопила. Молоко. Все это замешиваю лопаткой. Тесто у меня очень мягкое. Я даю ему подойти в духовке. Духовка у меня нагрета где-то на 35-40 градусов. Накрываю и отправляю. Тесто у меня подошло, оно уже третий раз. И сейчас я начну работать с нашим тестом. Сегодня я выпекаю булочки, розочки. Буду применять форму для маффинов. Формировать розочки. Розочки будут у меня с начинками. Раскатываю тесто в полосочку. Заполняю начинкой. Складываю. И сворачиваю рулет. Такие булочки у нас получаются. Вот так булочки отправляю в форму для маффинов. Из этого теста я сформирую булочки-розочки. Начинка у меня коричневый сахар, сливочное масло. Ту начинку, которую любят у меня в семье. И затем я вот таким образом формирую нашу розочку. И все это идет в форму для маффинов. Булочки, розочки отправляются на расстойку. Булочки покрываю сахарным сиропом и немного коричневым сахаром. Булочки с сахаром я буду покрывать еще вот таким крупным сахаром, который мелкий град. Находится в такой упаковочке. Для этого я сварила сироп. Сироп у меня 100 мл воды, 50 грамм сахара. Все это я уварила. И буду покрывать булочки с нашим крупным сахаром, с нашими градинками. И вот такие красавчики у нас получились. А тем временем поспели наши булочки с начинкой варенка-сгущенка. Булочки-розочки с начинкой выглядят таким образом. Аромат стоит на весь дом. Результатом я довольна. Мягкие, воздушные, легкие, вкусные. Сегодня они довольно сладкие. А вам желаю всего доброго. Посмотрим, как наши булочки выглядят в разрезе. Сегодня попробую их разломать. Вот такие пышные, воздушные, мягкие. Сахар с маслом, начинкой. А здесь у меня сгущенка, варенка. Здесь начинка, можно ее найти. Булочки очень легкие, мягкие, сдобные. Восхитительный результат.